Сергей Егоров здесь великолепно сыграл Лившиц. Великолепно. Он в таком прыжке не сбил игрока, ни на пенальти не нарвался. Просто здорово сыграл. Ну а появившийся на поле Абдулов, еще более молодой игрок, чем вот минуты ранее появился молдаванин. Абдулову 18 лет. Не то не так давно исполнилось, 18 в сентябре. Ой, здорово как. Ну, вот выход 1-1. Ну... И опять Лившиц. И опять Лившиц вовремя. Прям вот тительку в тительку, как говорится, он вовремя. А Цхададзе, сын, наверное. Бачан Цхададзе. Ну, вот в некоторых источниках почему-то я нашел информацию, он, кстати, что, как здорово, что совсем молодой. И пас хороший какой отдал, а? Это болгарин, вот появившийся на замену, тоже Генов, да. Вовремя, когда очень грубо сыграл защитник и чуть там ногу не переломал, будем так говорить, и пока не выбили мяч, футболисты Интера, и футболист лежал, да? Но он разобрался, дал карточку, может быть, с помощью бокового, опять очень хорошо сыграл, очень хорошо сыграл. Да. Судил очень хорошо. Последние минуты Интер завладел инициативой, так немного перехватил. И здесь, смотрите, когда сориентировался Лившиц, вроде как сам корпусом укатился за лицевую линию, но руку в последний момент выставил, я и мяч думаю, в поле сохранил. Я думаю, что он в данном случае, видя, что мяч чиркнул по вот ноге, раз, как, по ноге защитника, он старался не дать. Не допустить углу. Да, конечно, да, конечно. Молодец. И очень здесь грамотно все сделал. Да молодец, он лучший игрок матча, что там говорить. Ну, в самом расцвете сил этот футболист, 26 лет ему.